В Таллинском техническом университете сегодня прошло обсуждение настоящего и будущего эстонских дорог. Не секрет, что жители Эстонии, а особенно крупных городов, не всегда довольны состоянием дорог. И чтобы хоть как-то найти решение проблемы и опробовать более долговечное и надежное покрытие, в прошлом году в столичном районе Ыисмея в виде эксперимента был построен бетонный участок дороги с качественно новым принципом укладки. По словам чиновников, дорога с таким покрытием сохраняется дольше, так как выдерживает большую нагрузку. Впрочем, время покажет. Мы в городском управе хотим немножко переоценить ситуацию в дорожном строительстве и использовать новые, ну, для нас новые инновационные технические решения. И это, конечно, относится и к бетонному покрытию. И ясно, что асфальтовое пятно не исчезает никуда, но бетонное покрытие как раз очень удобное для главных магистралей, где большая нагрузка, большие грузовики, автобусы, общественный транспорт. Да, там они оправдаются. В Эстонии есть бетонные заводы, которые могут поставлять этот материал, а значит, такое покрытие выгодно для экономики страны. Сейчас в Таллине используется порядка 1000 километров дорог, 100 из которых можно было бы сделать бетонными. Как сказал Приит Вильбах, уже через пару лет планируется заменить, например, старое бетонное покрытие на Петербургском шоссе в Таллине новым. Старое покрытие принимает нагрузку от грузовиков и автобусов уже более 50 лет, и, несмотря на уже плохое состояние, все еще держится. Сами бетонщики довольны тем, что в Таллине готовы частично перейти на строительство подобных дорог. Мы верим, что в Эстонии настало время для строительства прочных дорог. У нас в Эстонии не самые благоприятные условия. Дороги быстро изнашиваются под шипами автомобилей, их разъедает соль. Существует мнение, что строительство бетонных дорог стоит дороже, но если посмотреть на их прочность, то это выглядит не так уж дорого. Однако часто приходится наблюдать, как через год, а иногда и месяц после того, как был уложен новый асфальт, на дороге появляются выбоины. По словам самих дорожных строителей, есть прозаичная причина, почему наши дороги быстрее положенного приходят в негодность. Дело в том, что обычно тендер на строительство выигрывает самое дешевое предложение, а фирма, желающая заработать на этом, готова строить еще дешевле, правда, в ущерб качеству. Поэтому покрытие может быть построено с отступлением от технологии, и значит, оно быстрее придет в негодность. Но тут уже вопрос не столько материалов и технологий, сколько профессионализма и порядочности с одной стороны и жесткого контроля качества с другой. Алексей Милованов, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.